буду показывать одежду для успешных людей. Для тех, кто хочет стать успешным, или тот, кто уже добился успеха. Она немножко отличается от обычной одежды, от кипейной одежды. Эта одежда, она более интеллигентная, она заслуживает в себе внимания. Это, может быть, будем говорить, если сравнить автомобиль среднего класса или какого-нибудь более высокого класса. Вот такую одежду мы сегодня будем показывать. Одежда европейская, европейский уровень. Коллекция будет разная. Мне сообщили сегодня утром, у нас сегодня на кастинг пришло около 200 человек. Ну вот смотрим. Ну в Москве всегда кастинг прекрасный, мы всегда подбираем прекрасных моделей. Вот еще чуть попозже подъедут артисты известные, тоже будут принимать участие у нас в показе. У нее должна быть очень хорошая походка для того, чтобы она умела подать как себя, так и одежду на подиуме. Вот сейчас мы как раз смотрим, насколько девочка это может пройти. Да, пока да. Это коллекция все-таки деловой одежды, и девушка должна настолько себя преподносить, чтобы эта коллекция, эта деловая одежда, она не смотрелась органично, потому что девочки все молоденькие, одежда более серьезная. Вот. И она должна в этой одежде выглядеть действительно как королева, как леди. А леди должна уметь и держать себя, и ходить правильно. Леди должна быть леди. Для нас образ Маргарет Тэтчер был, ну, как бы первоначален. То есть мы с этим в голове все время были. Это был, должен быть элегантный очень костюм, элегантный шарф, линии, конструкции выточенные. Поэтому и в этом-то была сложность. Женская, она немножко легче, чем мужская, в обработке именно. А мы создали женскую, такую же сложную, как и мужскую. Очень сложная обработка, но мы на это пошли, и это наш конек. Очень-очень-очень приятный коллектив. Очень деловые, очень организованные и очень все слажено. Это, когда работает механизм, это как швейцарские часы, это очень важно. Могу сказать, что все, кого я спросила, сказали, что выше бывают только звезды. Снова участвую, я ждал этого 2 года. Я хотел сказать, единственный, но, наверное, один из очень немногих, если не единственный, который делает модели, которые нравятся мне. Он делает, Михаил Львович делает модели, которые нравятся мне. Это мой стиль, это мой дух, это мое ощущение, это мое представление о том, как должен выглядеть мужчина. Актеры обязательно должны принимать участие в таких мероприятиях. Они внесут, наверное, актерская проходка будет, скажем, будет, наверное, отличаться от проходки моделей. Наверное, где-то внутреннее это состояние будет донесено до тех, кто будет здесь сидеть. Эмоции, ну, интересно, конечно, вот главное все учесть, все аспекты вот хождения. Я не знал, что, кажется, надо ходить по центру, возвращаться по половинке. Сегодня на нашем показе будет уникальная возможность представить впервые женскую коллекцию и покорить сердца не только мужчин, но и женщин.
то, что у него такое разнообразие ассортимента. Очень хорошие ткани, очень красивая палитра. Вот на взгляд, как бы экологически чистый, просто ощущаешь, что в этой модели может быть очень уютно. Это то, в чем человек сейчас только и может существовать в нашем мире. Мужчин все время в серых, черных, коричневых, грязных тонах, а здесь вся такая светлая, летняя, легкая, солнечная палитра. Я считаю, что его Господь наградил огромным талантом и огромной человеческой необыкновенной судьбой, потому что кроме таланта у него есть и воля к тому, чтобы творить, несмотря на трудности нашего времени, и любовь к людям. Очень приятно сегодня впервые увидеть его женскую коллекцию. Я особенно этого с трепетом жду. Of silence till morning light. Михаил Львович, он без меня, он стал великим уже давно. Почему я буду говорить? Ну, одни и те же слова. Ну, самое главное, я ему хочу пожелать здоровья, потому что в том мире, в котором он общается, здоровье главное. Это правда. И искусство, движение вперед, чтобы наша мода была самой лучшей модой. Не все эти там Валентино, я не знаю, там Версаче. С тех пор, как родилась в Киеве, я слышала это имя. И, конечно же, это был страшно, очень популярный человек, особенно для всей элиты. Мужские костюмы, с этого все начиналось. Желаю ему в первую очередь прекрасных учеников, потому что у каждого мэтра такого уровня это должны быть последователи, ученики, которые уже будут работать как бы под его дом, его имя, и им будет легче, если они талантливы, им будет легче. Вот успехов ему и его молодым последователям. Выдающийся мастер, организатор, ну и человек с выдающимся вкусом. Причем это касается не только мужского костюма, но и женского. Ну и надо сказать, что и организатор производства очень неплохой, потому что качество продукции, носкость просто великолепная. Много у вас вещей от Михаила Воронина в гардеробе? Больше 50%. Что вы ожидаете от показа Михаила Воронина? Вы знаете, я придерживался традиционной одежды, ну, в основном итальянских мастеров. Но вот человек сказал, что Михаил Воронин не хуже, а лучше итальянских дизайнеров. Ну, я так решил как бы тоже как бы склониться к этой марке. В советские времена они немного...